Всем здравствуйте. Вот сегодня я то ли перегрелся от жары, то ли что ли, но не захотел работать с ножами, с клинками. И то есть это еще произошло вчера. То есть я их вчера вот произвел, а сегодня начинаю там вот уже с ручки тут как бы облагораживать, там облагораживать подставки тут выдумал, начну делать уже. И вот на данный момент, что у меня сегодня получилось, что... А получилось все. Это вот дамасская сталь. 200 слоев. Рисунок дамаска нарезной. Клеймо. И вот тут такая вот насечка. Насечка, она очень такая вот прям вот, ну просто вот очень цепляется. Конкретная. Я еще на сыром делал. Вот такие вот комиссорки. Но они все отличаются и дамаском, рисунком дамаска. У них отличие. Вот. Даже вот этими вот окончаниями отличаются. Вот здесь вот подпальцевая такая вот выемка. Это для удобства, для такого вот удобства. Чтобы палец здесь сюда лежал, а то большой палец лежит, а то указательный лежит палец. То есть это, ну, так надо. Так надо, в общем. И вот такой еще вариант. Все еще в процессе работы. Это вот долик, который задумал не просто так, а чтобы сюда вложить намотку. А намотка выглядит вот так. Это вощеная нить. Я из кожи сначала замутил все это дело. Но кожа, она слишком слабо нарвется, а нам слабые вещи не нужны. Вот видите, я там долик вложил ее, эту петлю, и потащил внутри всего этого долика. Для чего это сделано? Чтобы вот здесь вот не выпирало, иначе бы здесь была бы плоскость, а здесь огромный бугор, неудобный, кочка такая получилась бы. А с доликом такого нет. Вот такая вот у нас приличная такая вот бритвка выходит. Сейчас вот вторая будет тоже с такой же намоткой. Все готово теперь. Вот теперь две комиссори вот с такими вот намотками вощеными. И что еще не сказал, что эти все бритвы, вот эти все четыре, они будут с малым углом заточки. То есть за счет того, что гушок чуть тоньше вот этих тех самых стандартов. И что получается, заточка могла бы быть такой, к примеру, стандартной. Ну, я просто так вот показываю, чтобы было понятно. Она будет вот такой. То есть не такой, а вот такой. Ну, для чего это нужно? Это будет острее, то есть бритвы будут острее и будут в бритье намного комфортнее. Ну все, а теперь я погнал делать подставки. Это, конечно, не мое, вот это вот древесина, все прочее там, но что ж, надо, значит надо. Для заточки я использую всего два камня. Это 6000, вот этот желтый. И 12000 японский. Ничего особенного я, ничего нового не покажу. Потому что, ну что здесь может быть такого особенного и что может быть здесь нового? Никаких нанотехнологий, я космос не открыл. Вот он уже хорошо залипает, клиночек. Единственное, что все бритовки любят вот такие вот эллипсные движения. И камень не должен быть закреплен жестко. Он должен быть в таком свободном плавании. Чтобы ускориться, можно вот так делать. Широкими размашистыми, но на финише лучше вот такие эллипсы делать. И это обычный 6000 водный камень, который нужно замачивать в воде, пока он не напьется. Слегка навожу суспензию на нем, чтобы не вот прям по чистому голому камню таскать, а по суспензии. То есть все просто как бы. Я даже не знаю, что мне тут показывать, для кого это показывать. Но раз обещал, как-то тут я разок, то решил показать. Вот. Сейчас мы ее споласкиваем, этот камень. Замачиваться так, из другого ведра берем
японский 12-тысячник. И то же самое, вот, ну, ничего нового, ничего сверхъестественного. А японский вот этот камень 12-тысячный, он позволяет немного вот так вот размашисто это делать, потому что на нем закатать очень сложно. Там потерять угол очень сложно на нем. Он всегда имеет такое легкое сопротивление, этот камень. Вообще ощущение, что он сделан из мела. И поэтому вот сейчас вот просто такие движения, не круговые. Это чтобы ускориться. А после того, как чувствуется, что он уже начал сложнее проходить свою дистанцию, то есть подзалипать, то можно попробовать, не клеится ли он как следует камню. Это вот такие движения. Тут сразу вы почувствуете, что бритовка залипла. У меня вот еще пока нет. Чуть-чуть вот есть, чуть-чуть. Легкое залипание. Ну еще рановато. В принципе, рановато. Но по сути сейчас еще пару раз переверну на каждую сторону. И все. На ремешок. Вот. Название камня не помню. Могу найти. У меня где-то этикетка. Коробка, вернее, от него лежит. Я ее не выбросил для того, как раз именно случай, что буду спрашивать, смогу ответить. Он полирует в зеркало этот камень. Вот, в принципе, он уже подзалип. Клинок на уже финишный камень. Ну, еще сказал раз, пару переверну. О, вообще хорошо залипать так вот. Вот как-то так. Ничего, ничего такого, чтобы я кому-то что-то подсказал или что-то чему-то научил. Итак, бритовки готовы. И только что я их заточил. И давайте попробуем рубасить. Я уже пробовал, конечно. Но хочу, чтобы еще увидели вы, как они рубят волос. По всей длине. Вот как-то так. Это бритовка с намоткой. Чем их отличать между собой? Только если рисунком. Дамасским рисунком. Потому что он неповторим. И по этому рисунку можно определять, какая бритва как рубила волос. К примеру, вот по этим вот, ой, вот этим вот кружкам, таким вот трем. Можно определить разновидность. Вот здесь полосочки такие вот сверху, вот так можно ее определить. Ладно, берем вторую, тоже с намоткой, но посмотрите, она уже по-другому будет, рисунок совершенно. Вот здесь вот какая-то улыбочка есть, вот, к примеру, вот здесь вот темненькое пятнышко с кружочком, как бы вот, и три вот таких вот острия. Так, не пойму, где у меня волос уже. Ага. Рубасим. Раз. Два. Плохо через камеру, неудобно, но я стараюсь. Не пойму, попадаю. Ага, вот, отпрыгнул. Отпрыгнул. Это вторая. Дальше мы берем уже бритву без намотки, которая, так, это вот отличительная черта, насечка, на других бритвах такой насечки нет, и начинаем тестить ее. Отлетела, отлетела, отлетела.
А, не попадаю. Сейчас возьмусь правильно. О, нет, опять неправильно. Как сложно-то перед камерой это делать. Где там? О, распушился. Все, отлетел. Это вот с насечкой. Дальше. Вот эта бритва тоже без намотки, но отличительная ее черта — это вот подпальцевая такая вот выемка. Вот так вот. Вот для этого она служит. Волос мало остается. Сейчас, наверное, другой будем брать. Так, пока пробуем на нем. Отлетел. 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 Хватило. Вот такие вот варианты. Ну и что? Конечно же, у таких бритв должна быть подставка. Что я сегодня же и сделал. Я, конечно, сразу скажу вам, что я не мастер по делам деревянным, как бы так. Ну, не без сути, что получилось, то и получилось. Был бы я плотником, я бы сказал, вот я такой молодец, вот я сделал все правильно. Я сделал просто подставки, не знаю. Давайте посмотрим вместе. А получилось у меня вот примерно так. То есть ничего особенного, то есть простые такие вот брусочки, на которых лежат бритвы. То есть не надо не попадать ни в какой паз, там, который обычно здесь был, не надо здесь какие-то такие выемки, чтобы были. Она устойчивая. Я подумал, что может быть это будет правильно. Древесину я использовал Амазакуя. Почему? Потому что она ближе по расцветке к дамасской стали. Видимо, наверное, поэтому я это и сделал. Вот. И что мы имеем? То есть, как бы, вот, она лежит, бритовка у вас, да? Если вы вдруг наклонили, или вот сюда наклонили, или еще как-то там вот, то есть она у вас не упадет. Вот, смотрите сами. Но ее легко взять. То есть берете, просто так вот берете в руки и работаете этой бритвой. Понимаете, когда все это устроено? Потом просто положили, все, она просто все лежит. Вот, куда хотите ее мотайте, она никуда не денется. Вот, а древесина, она вот такой вот расцветки. Дальше, берем вот этот пример, вариант. То же самое, кстати, да, никуда она не денется. Мы берем бритовку руками. И у вас эта подставка остается на месте, понимаете? Никакой вот заморочности попасть вот в этот паз, как раньше это было, там, ну, щель такая. Острием не задеть, что-то там устойчиво, неустойчиво. Нет. А ну вот это вот у меня с камнем. И с сечкой, это, как он называет правильно там. Почему? Потому что я не плотник, еще раз говорю. Я сделал вот такие вот, как их называют, не знаю, фаски, наверное. Наверное, фаски у плотников называются. И сделал я это на ручном фрезере. О, вспомнил. И он мне, зараза, взял и отщипнул вот здесь уголок. Что пришлось сделать? А пришлось мне найти камень. Я его купил у какого-то частного лица в Крыму, город Феодосия, центральная набережная. Не знаю, как этот камень называется. Я у них купил там не один камень. И вот я под него вырезал стамеской и туда его сандалил. А тут уже серебром сделал вот такой вот хвостик, вензелек, чтобы он не смотрелся как-то потерянным. Ну да, грубовато, глуповато, но надо было как-то не убирать вот этот сколышек. И все, больше ничего не скажу. То есть неважно, какой стороной вы положите, то и другое на эту вот, на плитку, это все равно, то есть она там все равно будет держаться. И вот видите, да, вот, вот. Все равно. Вот такие варианты. Почему вот это наискось, к примеру, и коротенькая немного. А вот так вот, ну, сами видите, да? Не торцованные, как это, другие. Потому что тут тоже был сколышек где-то вот не тут, по-моему. И пришлось ее маленько подрезать. Но древесина вещь такая, что, ну, как бы, хочешь ты, не хочешь. Ох, как плотно лежит. Хочешь, не хочешь, а будет так, как она захочет. Вот как бы так.
И еще у нас один вариант, тоже так же вот с такой же вот подставкой. Не знаю, по-моему, вот такие подставки имеют место быть. Хотя вот это мне далось сложно сначала, но как сначала? Я фрезером начал пытаться, я вообще не понимал, я начал тренироваться на бруске из сосны. Там все, конечно, проще, сосна берется легко, это берется очень сложно, древесина. Потому что это совершенно разные древесины, разные плотности, веса и прочего-прочего. Вот, и что я сделал? Взял просто этот свой фрезер и воткнул его в стол. То есть снизу, ну, сверху нарисовал, обрисовал там этот, как не знаю, пластину. Просверлил там, все это сделал и снизу его подвесил. И уже снизу вот эту фрезу... поднял вот так вот, он уже там же регулируется, этот фрезер-то, и зафиксировал его на том положении, которое мне надо. Я просто брал вот эту вот штуковину, просто вот там фреза, например, торчит, и вот так вот к фрезе вот так тихонечко прикладываешь, и жжик, готова фасочка вот эта вот. Ну, фаска, наверное, называется. Вот и все. То есть никаких премудростей, никуда ничего не закрывается, никаких крышек, никаких прорезей, ничего такого, чтобы где-то что-то создавало бы какое-то неудобство. Сделал я эти бритвы, потому что у меня появилось непреодолимое желание их сделать. Сейчас отвечу. Вот, сбросили. Непреодолимое желание их сделать появилось, и я их сделал. Хотя у меня очень много работы совершенно другой. Все, всякой работы много. Ремонт тут со станками не ждет, все это ждет. Но если вот захотелось сделать бритвы, их нужно сделать. Потому что вот это желание и результат, они взаимосвязаны. И, как по мне, это важно. Почему именно комиссори? Потому что захотелось сделать комиссори. Это во-первых. Именно комиссори захотелось сделать. Во-вторых, потому что это самая удобная бритва, комиссори, для бритья. Да, это не японский стиль, потому что тут спуски, они европейского типа, еврокомиссори. Кстати, меня уже повторяют вот эти названия мои, что я тут говорю вам, еврокомиссори, я уже слышал от других производителей. Вот так вот. Это вогнутость 75%, они вогнутые с обоих сторон одинаково. Все кругом закругленного, здесь ничего не царапает. Тут нигде ничего не царапает, все идеально. То есть тот век царапающихся бритв давно-давно позади. Ах, да, я совсем вам не сказал, что же это такое. Или я говорил, по-моему, в начале видео. Это вощеная нить, воском пропитанная нить. Очень прочная, очень такая вот нескользючая и практичная. Снизу я покрыл бесцветным лаком бритву. То есть ее, в принципе, не видно. Вот бритва выглядит так же, как вот тут. Но он там есть. Почему? Попадет туда влага. Ну и все. И начнет там рождаться ржавчина. Зачем нам это надо, да? Поэтому я покрыл лаком сначала, потом уже замотал вощеной нитью. Изначально вот такие вот ручки, они были у меня обмотаны кожей. Такими тонкими полосками кожи. Но кожа оказалась настолько слабенькой, жиденькой. То есть тут же наматывается, потом здесь за хвост тянется, чтобы здесь петля ушла внутрь. И когда тянешь за кожу, за хвостик, она рвется просто как гнилая нитка. Кому это надо? Никому это не надо. Поэтому я решил бросить эту затею и взять и намотать вощеной нитью. Да, она, кстати, вот не упирается нигде. Ее вы не почувствуете, там, что там где-то петля спрятана еще, потому что я вам показывал, что там долик по всей длине. И все вот эта там двойная нить с петлей, они все в этом долике убраны. И никому не мешают. Вот как бы все. Мне кажется, я показал, рассказал. Надеюсь, ничего не забыл. А на этом я хочу попрощаться с вами. Но не совсем, а до новых встреч, как говорится. Увидимся.